Жители микрорайона 5А обеспокоены вопросом незаконного межевания территории, прилегающей к их жилым домам. Вот уже 2 года инициативная группа направляет запросы в различные ведомства с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В 2010 году, когда микрорайон строился и сдавались дома в эксплуатацию, дома, как бы, каждому дому должна была принадлежать придомовая территория. Была проектная документация, вот, где четко было указано размеры и границы земельных участков. Вот. Это не было сделано, и в дальнейшем, в 2014 году, бывшие чиновники, они размежевали, вот, воспользовались этой ситуацией. Дмитрий Аркадьевич держит на личном контроле ситуацию в микрорайоне. К парламентарию жители обратились и с вопросом нарушения сроков строительства газопроводов в новостройках. Что сделано? Только проложили одну трубу, и все. Нарушен газопровод только. И все, да. Это соответствует авансу, который... Нет. Депутат обещал оказать максимальное содействие в решении этого вопроса. Надо отметить, что участие парламентария зачастую приносит ощутимые результаты, в том числе по вопросам пресечения незаконного строительства торговых центров и ускорения процесса сдачи в эксплуатацию и заселения многоквартирных домов. Мы пришли вам огромное-огромное спасибо сказать. Правда, мы еще без ключей, но надеемся, что скоро будет. Вопросы традиционные. Это и вопросы благоустройства, обустройство детских площадок, обустройство территории. Есть вопросы, скажем так, более тяжелого калибра. Это расселение домов, которые находятся уже в тяжелом неудовлетворительном состоянии, где проживание уже, то есть, дальнейшее представляется очень проблематичным. И, конечно, это требует отдельного подхода. Ни один вопрос жителей не остается без внимания. Дмитрий Голубков держит на личном контроле каждое обращение. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».